5 лет назад постановлением правительства было определено, что все муниципальные образования должны разработать единую схему теплоснабжения. Это делается на случай аварийных ситуаций, чтобы в любой момент, используя единую автоматизированную систему, переключиться на другой узел теплоснабжения. Схема дает возможность нашим единым теплоснабжающим организациям разрабатывать инвестиционные проекты. Это обязательно. Без схемы инвестиционные проекты разрабатывать было нельзя. Вот. И вкладывать деньги под реконструкцию своих котельных, реконструкцию сетей, модернизацию всего этого за счет инвестиционной, так называемой инвестиционной надбавки. Вот. Теперь это можно будет предприятиям выполнять после утверждения этой схемы. Схема была размещена на сайте администрации города. Там же можно было по данной теме задать вопрос. Теперь после публичных слушаний схема единого теплоснабжения будет представлена на утверждение главы города.